Ладно, подожду еще 2 минутки и потихонечку буду начинать. Надеюсь, микрофон работает и экран видно, все хорошо. В общем, тема для создания алгоритма – это предсказание времени ответа на вопросы, что было в прошлый раз. А именно есть текст вопроса, ответы на варианты ответов, либо тип, либо это, если это, значит, кроссворд, да, то все слова для этого кроссворда. Смотрите прошлый выпуск про реальную работу. Значит, мы сейчас продолжаем эту тему. Я построил две модели. Одна модель простая, линейная модель, которая на вход получает признаки такие, как длина текста, длина вопросов, количество вопросов, язык и тип вопроса, и предсказывает линейным сочетанием полиномиальных признаков время ответа на него. Значит, вот график ошибки. Здесь мы видим, что вот сама ошибка — это зеленая область, ну, такие цвета, ну, как бы красиво. И это чуть-чуть лучше, чем случайное гадание, то есть оно внутри обучающей выборки лежит. Вот, но при этом само предсказание, оно, смотрите, оно, значит, не предсказывает маленькие значения. То есть она вот плюс 20 плюс работает вот в этой области. Меньше нет. И это проблема. Давайте в код. Смотрите, значит, сама модель. Где она у нас тут? Делается несколько раз. Кросс-валидация. Торопиться не буду, помедленнее сейчас чуть-чуть. Вот. Производство новых признаков через polynomial features второй степени. И вот моделька на тестовых данных, этих, на признаках из численных вариантов, и также тип, вот этот onCode закодированный, в линейной регрессии. Вот, ну и мы смотрим коэффициенты. Точнее, не здесь, вот, да, коэффициенты мы смотрим. И я думаю, что стоит эти коэффициенты изучить. Графика нигде делать не будем, но просто оценим их величины. Давайте скопирую сюда. Как перенос по словам выключить? Точнее, включить. Не знаю, будем внимательно сейчас изучать. Так. Просто коэффициент, который слишком низкий, вот этот, мы их будем занулять. К замену найдем запятую, пробел, и заменим на новую строку. Ну-ка. Что, не работает? Я опять воспользуюсь этой программой. Поиск запятая. Замена на, давайте, вот такой. Нет, вот такой. Так,
отмена. А как это? Так. Давайте-ка я загуглю. Хотя, на самом деле, это же программирование, да? Я же могу здесь напечатать каждый коэффициентик отдельно. И посмотреть. Print. В цикле. Давайте печатать и. И печатать регр кф битой. Заодно посмотрим, как коэффициенты меняются от итерации к итерации, а вдруг они прыгают. Пока вычисления проводятся, я так иногда поглядываю статистику, что жива трансляция или нет. Кстати, возможно, у меня плохое качество, да? Давайте я изменю. Думаю, так будет получше, несмотря на то, что я буду подвисать, все равно. Сейчас заценю. 720p. Ну, господи, я ж поменял. Давайте-ка. Еще раз настройки. Так, ну, должно быть Full HD, не знаю. Может, там YouTube перекодирует? Неважно. Я думаю, видно все. Ну вот наши коэффициенты. Вот они. 2 минус 1,8, 7, 2 минус 0. То есть в чем смысл, да? Когда у нас в графике видно, что вот такая вот картина, что мы не предсказываем меньше какого-то значения, значит мы к среднему значению, либо к какому-то там минимальному только прибавляем. Это говорит о том, что коэффициентов отрицательных мало, либо они низкие все. Вот. Ну, я вижу, что их много. Они есть, но они низкие. Вот, ну, давайте, значит, какой чит-код сделаем. Выберем из этих коэффициентов те, которые, значит, нам нужны. Так, ну и на болтанку. Ее, в принципе, нету, да, то есть они более-менее все одинаково. Да, коэффициенты друг на друга похожи. Поэтому можем взять любой из итераций и посмотреть, любую из итераций и посмотреть, что можем отсюда убрать. Ну, точнее, что оставить. Вот у меня есть такая вот читерская вещь. Нулевой коэффициент мы оставляем, первый мы не оставляем. Второй мы оставляем, третий мы не оставляем, четвертый мы не оставляем, пятый мы не оставляем. Что у нас следующий, это второй, да, потом. Этот нет, 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 нам не надо, не надо, не надо. Ну, давайте возьмем 11-й. Вот, думаю, интересный будет. Давайте вот он. Все, берем 11. В чем смысл? В том, что коэффициенты как-то перемножаются через поле трансформ, и там какие-то сочетания бесполезны, поэтому мы их выкидываем. Ну и может быть, мы если сделаем только минусовые вот эти вот коэффициенты, то мы заставим модель идти меньше среднего. Так, ну и дальше. Такой читерский подход. Вот 14. 11, 14. Пятнадцать, шестнадцать.
17, 18, 19, 20, 21. Ну и все. Остальные все нам нужны. 24 последние. Проверяем. Нулевой. Первый нет. Второй. Третий. Четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Одиннадцатый мы добавили. Девятый надо было добавить. Вот и девятый пропустил. Давайте девятый тоже. Девятый. Признак. Одиннадцатый, двенадцатый. Четырнадцатый есть. Пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый. Так, ну, давайте 24-й уберем. Ну, что это такое? Ну, не знаю. Нет, не уберем. Все, а вот наши good features, как бы, которые мы будем использовать. И мы эти good features забираем из поля трансформных признаков. Вот сюда. Поэтому такое у нас строчка кода. Значит, строки. Мы берем все, а столбцы вот эти. Значит, строки, столбцы. И посмотрим, что будет с моделью. Вот, на удивление графики сравним. Я этого еще не делал. Давайте, это мы какой-нибудь там вариант ArchS0, вот его закопируем. Да? А, кстати, он как-то криво распечатался. Давайте ArchS3 мы закопируем. Вот я его смотрел же, да? Вот его. Его и будем сравнивать. ArchS3. Run. Трафика хватает, все окей. Конечно, давайте я проверю, может там все равно идет этот SD качество. Нет, HD, HD, все нормально. Ну и еще такой критерий, как средняя абсолютная ошибка. Вот она была порядка 13 секунд, насколько я помню, да? Сейчас, где эти фотки? Вот. И мы сейчас посмотрим, вдруг она стала больше. Ну, если она станет больше, но при этом модель станет описывать еще низкие значения, то это круто. Вообще все линейные модели стремятся предсказывать одно число. Они очень ленятся подбирать коэффициенты. Вот. И если честно, я бы добавил здесь вместо просто линейный регрессион, я бы сделал вот эту штуку. Лассо. Или же... Ну да. Ее. Давайте на следующую попытку оставим. Linear model. Вот linear model мы импортируем из Scalern. Не особо удобно погоду навигацию делать. Так, ну вот наша подсказочка, где мы ошиблись. Мы ошиблись где-то, когда мы забирали фичес. Так, ну. Сейчас небольшая пауза.
Так, ну смотрите, я это делал уже на послестыкованных признаках, поэтому давайте их. На будущее. Пробуем еще раз. Видите, лассо нам еще выкинуло 5-6. Мое чуть подросло. Давайте посмотрим, что получилось с графиком. Принципиально не изменилось. Давайте внимательно посмотрим на распределение по x. Масштаб по y тут зависит от количества палочек, поэтому его нет смысла смотреть. А вот общее распределение, видим, что чуть-чуть он стал заходить, да, но он принципиально поменялся абсолютно. Вид. Ну, скажем так, чуть-чуть лучше покрытие. Наверное, нужно еще больше минусовых этих. И я бы все-таки сделал сначала не ласс, потому что он выкинул нужные признаки нам, а другой. А именно просто линейную регрессию, как линейную, без регуляризации.
видим такой же уровень ошибки. Коэффициенты всего чему-то равны. Они нормальным значениям равны, например. Но тоже, видите, да, 8,9 не это. Не поднимаются. Кстати, по-моему, вот это вот это есть не что иное, как расчет, значит, типов вопроса. Возможно. Ну, тут на стыке. Распределение стало чуть более плоским. Ну, принципиально никакого. Ну, давайте, знаете как? Эта модель, она имеет меньше признаков, более простая. Мы будем использовать вот текущую реализацию. И у нее даже плоское такое вот распределение. У Лассона было чуть-чуть поприятнее, поэтому вот будем использовать его. Ну и все. В принципе, этот вариант оставим. Сейчас попробуем его имплементировать. Для этого нам нужно величины коэффициентов, ну и за что они отвечают, то есть каким признакам они соответствуют. Сейчас мы величины коэффициентов распечатаем. Также у нас есть нормировка, нам тоже нужно ее достать и запомнить. В плане для имплементации мы будем использовать функциональный язык Flow9. Значит, ознакомиться с языком. Работает вообще все? Ознакомиться с языком можно на Flow9. Ой. Flow9. Орга, вроде бы. Да, здесь. Ты удобная удача. Что заблокированный? Вот, ну либо на GitHub. Значит, описание, документация, все тут есть. Вот вкратце, что это такое. Простой функциональный язык. Типизированный. С саб-типами. Компилируется в HTML5, iOS, Android, Windows, macOS, Linux. Вот в плане Windows я знаю, что это Qtbytrunner, либо это Flow, либо Java, ой, в смысле, либо это JavaScript, либо Java. То же самое на macOS, тоже с помощью, если запускать вот максимально быструю производительность, то это Qt компиляция. Ну, вот так. Также есть UI Toolkit, based on Google Material Design. Ну, такой нормальный. В плане установки нужно, я проговорю в двух словах, скачать сам Flow, вот с этого репозитория, скачать вот этот Java SE, значит, битный, поставить GTLFS, и получается добавить в пасы этот путь flow9bin, в пас Java и еще в пас Python 3. Это тоже надо его инсталлировать. И все. Вот. Значит, сами программы. Давайте посмотрим, как они запускаются, что с ними все окей. Давайте вот так. Вот наша папочка flow9. В ней есть demos. В demos, ну, давайте здесь отсюда запустим.
открыть командный терминал тут можно? Неважно, давайте вот получим тут демос. Копировать путь до. Ну и в обычном терминале переходим к этой папке. Значит, flow cpp, вот плюсы скомпилируем. И мы сейчас находимся в демосе. Тут есть вроде как hello. Проект hello. Сейчас там пишется. Ну или давайте вот demos.flow. Вот его запустим. demos.flow. И компилятор скомпилирует нам в плюсы. Вот этот. И запустит с графическим интерфейсом выполнение кода. Пробуем. Появилась такая штучка. Вот, qt-byte-runner как раз таки. Ну и можно, видите, да, окошко. Окошко, вот стандартные маковские штуки. Тик, так. Давайте сыграем. Вот крестики-нолики. О нет, я проиграл. Давайте еще раз. О нет, я проиграл. Давайте выиграем. А что, а нужно его выиграть или нельзя? Видимо, нельзя. Вот. Я уверен, там даже в коде нету слова win. Вот этот же язык мы попробуем, значит, сделать нашу модель. Зачем? Чтобы потом можно было ее запускать на вот такой технологии. То бишь на любом браузере. Чтобы наша модель работала на клиенте, будучи нативной в браузере. Вот, кто это сейчас понял, тот, наверное, немножко подофигел. И добро пожаловать в 21 век в нормальную технологию. Итак. Значит, наши коэффициентики уже напечатались. Давайте-ка из первого варианта. Вот их заберем. И не забываем, что их меньше, чем признаков. То есть мы выбрали. Или проще сразу вот так вот скопировать. Давайте-ка сюда их. В атом. Вот, разрабатывается это все в студии коде, например, то есть текст. И тоже тут немножко с 4 я бы мог с нуля это все написать, да, но у меня же уже такая моделька была, поэтому, значит, мы будем ее просто модернизировать и смотреть. Ну и заодно посмотрите синтаксис на готового языка. Вот давайте разберем. Во-первых, у нас есть импорты того, что мы будем считать. Например, readability мы будем считать. Импорты работают так же, как в Python примерно. Импортируют файлики, в которых содержатся функции, типы, классы. Ну, тут не совсем классы, а тут, ну, классы, да. Это структура, в общем. И что-то мы будем экспортировать для того, чтобы этот файлик можно было потом подключить. То есть понятно, что просто так что-то объявленное никуда-то наружу не пойдет. То есть, в принципе, инкапсуляция по файлам работает. И поэтому я бы сказал, что это больше похоже для того, как мы импортируем в питоне, да, то есть слово-то одинаковое. Но принцип больше на C++. То есть мы объявляем, что мы экспортируем. Вот наша функция, у нее есть параметры функции, затипизированные. Значит, массив тоже типизируется вот так вот. И возвращение результата, какой-то материал возвращает она.
что такое материал, может почитать. Так, давайте небольшой перерыв и чуть позже продолжим.